Ордена почета удостоены два бендерчанина. Один из них посмертно. За смелость и мужество, проявленные при защите становления Приднестровской Молдавской Республики и в связи с 30-й годовщиной со дня образования ПМР, награжден Никифор Северин. Награду за деда получила внучка. Также орден почета вручен заместителю председателя объединения, участников боевых действий «Боевые братья» Владимиру Казаченко. Никифора Северина город знает как Красного Харона. Это имя за бендерчанином закрепилось горячим летом 92-го за цвет трактора и ту миссию, которую он выполнял. В древнегреческой мифологии Харон перевозил на своей ладье души умерших через реку Стикс, разделяющую мир живых от царства теней. И Никифор Северин в 30-градусную жару доставал обгорелые трубы из БТРов, подбирал изувеченные тела на асфальте, вылавливал их из Днестра, битком загружая кузов трактором. И так все 40 дней ночей бендерской трагедии. Рискуя своей жизнью, сам выезжал по следам смерти. Благодаря таким людям, как вы, состоялась Приднестровская Молдавская Республика. Мы благодарим от лица приднестровского народа, от лица бендерчан за вашу активную позицию по защите интересов приднестровского народа и за то, что вы в сложный период в 1992 году с оружием в руках защищали город Бендеры. Ваш дедушка был достойным гражданином Приднестровской Молдавской Республики, достойным горожанином. И в сложное время он, невзирая на угрозу жизни, здоровью, занялся миссией, которую, наверное, сам себе определил. В 92-м ей, внучке Никифора Северина, было всего 4 года. Деда она запомнила добрым и отзывчивым, не любившим вспоминать события кровавого лета. Дай Бог, чтобы мы были друзья, и война никому не нужна. Не нужна война, дорогой. Я помню дедушку хорошим человеком, который всегда делал только хорошие, добрые дела. Он помогал людям, никогда ни в чем не отказывал. Вот. И он своим здоровьем, своими силами старался как-то помочь другим. Те события оставили у него такой эмоциональный, сильный стресс. Он не любил говорить о войне и всегда говорил, что лучше бы ее никогда не было. Владимир Казаченко, житель села Гиски, стоял у истоков создания республики. Хотел восстановить историческую справедливость, вернуть родное село из Каушанского в состав Бендерского района. В 90-е возглавлял роту народного ополчения Гиски, в 92-м командовал обороной села. Служу народу Приднестровья. Нам было очень важно вернуть наше село в состав своей исторической родины, а тем более по духу, по направлению, по убеждениям и войти в состав Приднестровской Молдавской Республики. Что мы и сумели сделать? Гордость за то, что более 30 лет мы прошли в правильном, нужном направлении, что решение 1989 года и всех последующих событий оказались правильными. Мы вместе создавали республику, отстаивали ее. Алые гвоздики как символ памяти. В этот же день к могиле Никифора Северина легли живые цветы. Человеку, ставшему легендой при жизни, планируют установить памятник. Елена Росланова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.